Забыла вам сказать насчет проснов, да? Угу. У меня и так бывает сны, мне снится. Иногда бывают у меня такие сны, что у меня на второй день вот то, что произошло во сне, вот вижу, да, вот угу. Такое у меня. А как я стала пользоваться микросферой, у меня просто каждый день снова. Мне нереально. Одно время я стала записать на телефоне, да? Вот, и а теперь уже это нереально писать каждое утро. У меня постоянно сны, сны, сны. А вот что я еще хотела вам сказать. Я рассказывала вам до этого. Помните, что я приехала в 2003 году в Москве, да? Ну вот, на юго-западно. Это было в июле. И как интересно все это совпало, что вот сегодня июль, 2022 год, я в этом же районе оказалась именно вот в этот же день к вам. Разве это не... Не чудо. 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 Ну вот. А про снов это просто нереальный сон. Вот это одно из самых важных качеств, именно сны. Для этого была и придумана подушка, потому что это идет лечение с это нами не нервной системы. Это еще я не в подушке, если буду в подушке. Да, еще. Да, да, это ты не в подушке еще. Еще не да. В подушке. Ну, ясновидение у тебя и так есть, я вижу. Я как поняла, у меня что-то есть, потому что у меня в детстве давно, много лет назад, у моей тети, я была на родине, она живет в Приднестровье. Мне приходит брат от тети и рассказывает, говорит, ты знаешь, у моей тети, говорит, украли ключи. Когда она приехала с этого, с рынка, приехала домой, а квартира закрыта. Она поняла, кто-то есть внутри. Она открыла и говорит, оказывается, оказалась там соседка, девушка маленькая, несовершеннолетняя. Вот, она хотела украсть у нее деньги из дома. Но так как тетя жила в этой коммунальной, она не держала сбережений дома у старшей сестры. И вот брат приезжает и мне рассказывает, вот все, вот это сон, а я до этого все видела точь в точь, вот это сон. У меня вообще бывают сны такие, как говорят, реальные. Вот. Ну вот, а сейчас микросферы просто это сделают как само собой разумеющимся. Даже сегодня какой-то сон. Это нереально, мне это каждый день надо записать. Да, надо писать. Ну, я сегодня стала. Надо да, писать, но... потому что у тебя, поскольку у тебя уже способности есть, это будет просто что-то уникальное. И часто бывает, что такое, я выйду потом в общественный транспорт и вижу вот такие моменты. Я просто должна их, как вы рассказываете, уметь, да, вот да. Толковать. Толковать, да. Да. Что чего там знать. Очень часто аллегорически именно. Ну, то есть показывают тебя, предупреждают о чем-то. Ну, в общем, чтобы ты как-то... каким-то образом как бы подослал себе постилочку в жизни, а мы не понимаем вот да, этих аллегорий. Да, это бывает, да, да, мне да. Даже знакомая, которая вот, я так люблю иногда вот это, как называется, гороскоп всякий, это она да. Сказала, у тебя есть вот эта расположенность. Да, именно. У тебя карта показывает да. Вот это звезды, что есть расположенность. Да. Ты даже можешь настроить тот же момент примерно, в метро едешь, ты можешь так настроить, что перед тобой останавливается и открывается дверь. Да. Просто надо настроить. У тебя да. Вот это есть, видимо, у вас в да, поколении. Да. И, может быть, в дальнейшем ты будешь это уже использовать и как бы в жизни чем-то будешь заниматься, что именно да, тебе принесет пользу. Да, просто она сказала, пользу. Надо тебе вот это понять да, и начинать да, работу над собой. Да, у тебя есть да. Какой-то талант. Однозначно. Это я тебе ой. Как психолог говорю. Рада с тобой встрече. Может быть, в дальнейшем мы с тобой продолжим контакт и это тоже разобьем. Да, да, обязательно. Хорошо. Пока. Спасибо.